иду с Костка. Сейчас Тимка снимет. Черепаха дорогу переходит. Приехала с Костка. Разложила все. Вот так вот. Быстренько. Вот. И решил показать вам, что я примерно иногда покупаю в Костко. Каждый раз, когда я езжу. Всегда, в принципе, продукты разные, но есть такие продукты, которые мы берем постоянно. К примеру, вот сегодня я купила итальянскую водичку, это спарклинг Пеллегрино. Потом вот такой вот 100% сок. Это пунч. Здесь три вида. Яблочный, то есть appleberry и фруктовый. Там, по-моему, так, раз, два, три, четыре упаковки. Вот одну упаковку я сюда выложила. Это для детей очень вкусный напиток. По крайней мере, дети его любят. Здесь вот он, я сейчас покажу, как он выглядит. Так, как-то я тут открыла. Еле-еле. Короче говоря, я давно не брала, кстати. Сегодня взяла. Вот так он выглядит, с такой вот трубочкой, в общем. Это фруктовый я достала. Очень удобная. Дальше, сегодня грибочки я купила. Очень люблю грибы. Так, вот это вот, Naked, это очень напиток такой классный. То есть он без сахара. И у меня девчонки очень сильно его любят. Особенно вот этот вот, который с бананом, с клубникой. Вот. Есть большие бутыли, продаются, но вот в Костко именно вот такие вот маленькие, их 12 штучек упаковки. Вот это вот еще, кстати, с манго я вот очень люблю. С манго, с яблоком. Вот. А яблоки. Вообще нам удобно ездить в Костко, потому что нашу семью это гораздо на самом деле выходит дешевле. И большое количество, то есть ты покупаешь, потому что когда я, например, езжу в там какой-то магазин, я помню, в Walmart ездил там или в Publix, ты что-то чуть-чуть купишь, но денег потратишь на самом деле больше, чем купишь меньше, чем нежели вот у нас в Костко покупается. Вот. Ну и плюс еще все как бы более-менее органическая еда, поэтому вот, кстати, варенье. Это варенье из блубери, голубики, тоже органик. Они любят у меня вот с этой пастой, пинобаттер. Вот, делать сэндвичи, особенно любят Тимофей и Каролина. Вот здесь, кстати, две штуки сразу в упаковочке. И вот такое вот варенье, то есть еще дополнительное тоже. Это, по-моему, фирма уже Костовская идет. Тоже очень вкусное клубничное варенье. Мы его берем постоянно, как заканчивается, мы его берем обязательно. Сегодня я взяла сливки. Вот, кстати, мне девчонки уже открыли его. Взяла сегодня сливки. Вот такие вот три штуки, они идут в упаковке. Это хорошо с клубничкой. Ну, мы их много не едим, потому что... Я сегодня просто купила им, потому что они молочные не употребляют, так как у них постоянно слизь в носу. И я им молока много не даю. То есть они практически его не пьют. Вот, так что, в общем, вот это и вот это делается очень вкусный сэндвич. Так, это у меня любит Тимофей. Это лобстер, такой, знаете, с майонезиком. Лобстер, майонезик, там яички, в общем, такой салатик. Его мажешь на хлеб, можно на крекеры какие-нибудь. В общем, это очень вкусная вещь. Поэтому, кто будет в Костко, кто еще не пробовал, советую. Очень вкусно. Также я сейчас вот так вот положила мясо. Это у нас органик, это индюшка. Этот фарш мне, в принципе, нравится, но он такой, знаете, слишком сильно, прям вот очень, как, я не знаю, как это же назвать, сильно прокрученный, но, в принципе, неплохой. Это наггетсы. Вот эти наггетсы самые классные. Он, кстати, у меня стол весь в воде. Надо в холодильник его положить. Эти наггетсы, они очень хорошие, они очень вкусные. Они вот выглядят прям вот так вот реально, как на картинке. Они в действительности такие. У них прям вот, ну, прям мясо, прям такое вот белое, хорошее мясо. Вот, и мы тоже эти наггетсы очень сильно любим. Они классные в салат и вообще просто детям. Они не острые, в общем, вкусные. Вот. Готовятся они быстро, в принципе, в духовке недолго. И также
в микроволновке можно. 8-10 минут и очень вкусно получится, да? Вот. Это наш любимый салат. Мы его берем всегда, практически. Что-то новую упаковку у них в этот раз. Другая упаковка была. Это vegetable salad. Свит кали, то есть вот кали, здесь брюссельская капуста, здесь ну, обыкновенная капуста, зеленая, брокколи здесь. Также здесь есть заправка, очень вкусная, семечки, вот видите, тыквенные семечки и клюква, вот крэмбрис, что дает вот этому салату просто очень такой вкусно, сладкий, кислый вкус, в общем, это очень вкусно, ну, классно, полезно, клетчатка, в общем, покушать здорово. Вот. Что я еще беру? Бананы. Бананы, по-моему, обыкновенные, это не органик. Там есть еще органические. Вот это вот мы берем, это киви. Мы любим желтые киви. Зеленые как-то у нас не очень заходят, а вот желтые мы прям вот так прям едим ложкой. Очень вкусные. Здесь я взяла это цветная капуста. Вот, у меня девчонки уже ее открыли и погрызли ее. В общем, она вкусная, свежая капусточка. Вот, это Тимошка у меня, любитель. Такой с солью, с карамелью, десерт. Там в таких стаканчиках. Ну, потом эти стаканы столько копятся. Прям даже не знаю. Я иногда, знаете, как использую даже, как что-то куда-то свечку поставить. В общем, я оставлю в эти стаканчики. У нас их очень много. Постоянно покупаешь такой десерт. Вот, и стаканчики никогда не пригождаются. Вот, это соль. Это виноград. Такое. Это наш любимый куркум. Тоже, который мы берем частенько. Он очень вкусный. Вот, то есть он с карамелью, там, с сыром. В общем, очень вкусный попкорн. Самый классный. Вот. Сегодня я взяла вот эту цукини. Его особо никто не ест, кроме меня. Здесь три упаковочки. Три упаковки нужно открыть и макароновку прямо приготовить быстренько. Очень это классная штука. Вот. На второй руку там яички. Кстати, яйца здесь cage free. Гуманное, так сказать, сельское хозяйство. Вот, то есть эти яички, они не оплодотворенные. Яичко, я уже ее помыла. Здесь у меня еще, сейчас покажу. Елку надо уже снять, все уже убрать, все никак не могу. До нее руки что-то не доходят. Вот, авокадо. Авокадо от беседки. Это вообще самое такое, знаете, у авокадо есть собственное место на кухне, в доме, специальное. Это такой отдельный продукт, который мы едим каждый день, без него вообще жить не можем. Вот, мы делаем бутерброды всяческие, может, как-нибудь покажу на видео. Такие бутерброды мы делаем с авокадо. Вот. Это я беру блинчики. Блинчики, они, по-моему, итальянские, с шоколадом. Ну, иногда дети просто, вот, когда вот ряночки хотят такое сладенькое, прям, и я ничего не успеваю им приготовить, вот, они кушают эти блинчики. Вот. Здесь мороженка. Это японская мороженка. Дети тоже очень сильно его любят. Я им беру. Здесь с зеленым чаем, свит манго и стробер. Так. Вот так это выглядит. Такая мороженка. Вот это манго, я так понимаю. Там зеленый чай. В общем, внутри такой крем будет. Сливочный, очень вкусный. В общем, такое мороженка. Рисовое вот это вот покрытие из рисовой муки сделано. В общем, не знаю, детям нравится. В общем, они его едят. Это у меня креветки. Кстати, я беру именно вот только эти. Они кэплдские. Тоже это костовская. Ну, вот эти хорошие креветки, они очень крупные и, в принципе, такие вот, ну и вкусные они. Помимо того, что они крупные, они еще и вкусные. Потому что у меня весь стол уже в воде оказался. Так. И здесь стики рыбные. Очень удобно тоже быстро готовить. И очень вкусная рыбка здесь. И дети у меня тоже ее едят. То есть это уже продукт такой, знаете, проверенный.
мы берем уже много раз. В принципе, закончила, вроде бы все показала. Бананы, так, все, вроде бы все показала. Ну вот, в общем, вот такие вот покупки сегодня у меня были очень быстро, за полчаса все накидала. Могу сказать, кстати, насколько это вышло, кому интересно, вот это вот все у меня вышло на $252. Вот, примерно такая сумма. Вот. Ну, такое коротенькое видео сегодня. Все, всем пока-пока.